Космонавты приготовили на МКС пиццу. Блюдо было приготовлено в условиях невесомости. Космонавты Международной космической станции приготовили пиццу в условиях невесомости, передает Euronews. Инициатором готовки стал итальянский астронавт Паоло Неспали, который признался во время одного из сеансов связи с НАСА, что скучает по национальной кухне. В итоге, все необходимые продукты для готовки пиццы были доставлены на борт МКС, а процесс приготовления был снят на видео, опубликованном на твиттер-странице астронавта НАСА Рэнди Брезник. Ранее корреспондент НЭТ сообщал, что астронавт показал снятое в открытом космосе видео. По материалам сайта news.com.